Когда ты долюбишь его? Через пару месяцев или, может быть, через год? Насколько тебе хватит, когда однажды он будет вынужден уехать от тебя далеко? Скажи, не скрывая взгляда, он тот самый? Ты его познакомишь с мамой? У вас родятся дети? Вы отыграете шикарную свадьбу? Это будет хотя бы в планах? Ты с ним счастлива, правда, или просто когда он рядом, тебе нормально? Скажи, ты придешь, когда он попросит, помоги. Он узнает, что ты касалась других не реже, чем тебя касались другие. Как только покинул на пару дней, пройдешь школу пустых оправданий. Ты расскажешь ему всю правду, для тебя не считается то, что было по пьяни. Когда он будет вязать долги, носить обмозги, продавать все, что было куплено. Но возвращаясь с работы, воровать для тебя букеты из чужой клумбы. Ты полюбишь его сильнее? Ты будешь хватать его за плечи, над обрывом называть любимым и сгорать дотла у спонтанных страстей порывах. Ты слышишь его крепко по окончании ваших дней, а говоришь ему все то, что когда-то говорила и мне. Я даю слово тебе не названивать, только в последний раз гляни на меня теми глазами. Я, наверное, буду счастлив. Знаешь, я тоже много помню, но как-то не греет даже спустя все то время, когда тебе еще верил. Не хочу вспоминать, но это внутри-то грызет. Я врал, что простил за все, но нет, это не так, постой. Не в восторге от меня, это тоже чуть похуй. Но не могу молчать, я расскажу, ну чего хуй. Вот я, например, хочу сдохнуть чаще всего. Всерьез я умер бы, повешавшись на петле из твоих волос, если бы не было поздно читать переписки. Эй, наши с тобой переписки. Мы послушаем синий.